5, поле было большое. 5 cánh đồng rộng lớn. 5 километров туда. Khoảng 5 km. 5 километров туда. 5 km. Они мне сказали, мы его на середину. Зайдет на середину. Подождем, и будет ветер. И он не успеет убежать. Он сгорит. Он сгорит. Это был коварный план. Давид об этом не знал. Поэтому Бог ему сказал, не ходи, а сверни в площадь и сядь, и жди. И когда услышишь, пойдет по деревьям. Что пойдет по деревьям? Очень быстро, пожалуйста, кто нашел, прочитайте. Чтобы нам время сэкономить, а? Лука 4, 18. Что сказал Иисус о себе? Thần của Chúa ngự trên ta vì Ngài đã sức dầu cho ta đọc truyền tin lành cho kẻ nghèo. Amen. Там написано: Дух Господа Бога на мне. Trong đó nói rằng thần của Đức Chúa Trời đã. Он меня помазал. Ngài đã sức dầu cho ta. Зачем? Để làm gì? Благовествовать. Để truyền đạo. Спасать. Để cứu. Освобождать. Để giải phóng. Разрывать оковы. Выпускать людей на свободу. Đưa cho con người được. Иисус имел помазание. Đức Chúa Giêsu được sức dầu. И когда к нему приходили, và khi ông ta đến, и говорит: Иисус, в чем секрет твоего служения? Và mọi người hỏi: Chúa Giêsu ơi, ngài có cái điều bí mật trong sự phục vụ của ngài? Мы можем посмотреть Деяния Святых Апостолов, следующий слайд, очень быстро. Chúng ta xem đoạn công vụ các sứ đồ. Деяния Святых Апостолов 38. Послушайте очень важно. 10:38. Мы потом công vụ. 10:38. Деяния Святых Апостолов. Thể nào Đức Chúa Trời đã sức cho Đức Chúa Giêsu ở Nazareth bằng Đức Thánh Linh và quyền phép, rồi Ngài đi từ đây nọ qua chỗ kia làm phước và chữa lành hết thảy những người bị ma quỷ ức hiếp vì Đức Chúa Trời ở cùng Ngài. Итак, Иисуса, Chúa Giêsu, помазал được sức dầu Отец bởi vì Cha của Ngài, елеем được đổ lên dầu, помазанием được dầu lên. Поэтому Иисус, он это все делал. Мертвых воскрешал,
Người sẽ chết sống lại. Больных исцелял. Бесов изгонял. Người có bị ma quỷ ám thì người ra khỏi ma quỷ. Послушайте внимательно. Я сегодня хочу вам сказать. Приходит новое время. И для Вьетнама. Это 2012 год. Этот год пробуждения. Когда Бог хочет тысячу молодых людей помазать. Подобно как Давид. Быть сильными духе.